Синяя накидка и сумка с надписью «Избирательная комиссия». Специальный значок «Выборы президента России 2018». По этим атрибутам легко узнать сотрудников избиркома, которые в эти дни придут в каждый дом, чтобы лично проинформировать граждан о порядке голосования. Во время визита представителей ЦИКа жители на дому смогут получить все исчерпывающие сведения о президентских выборах 2018, а именно... Жители в ходе поквартирного обхода узнают от участников избирательной комиссии такую информацию, где находится непосредственно участковая избирательная комиссия по месту нахождения избирателя, как можно подать заявление о голосовании по месту нахождения того избирателя, который не проживает на территории Ленинского района, или, например, того избирателя, который проживает на территории Ленинского района, но хотел бы в день голосования голосовать на другом избирательном участке. Расскажет о том, какой рабочий график у избирательной участковой комиссии. Кроме того, при поквартирном обходе избирателям будут вручены информационные памятки и магниты с предвыборной символикой. Само посещение выглядит следующим образом. Сотрудники избирательной комиссии, как правило, это два человека, обычно во второй половине дня методично, квартира за квартирой, обходят каждый дом. По заверению представителей ЦИКа, ни один адрес не останется неохваченным. Наши члены избирательной комиссии фиксируют у себя информацию о тех гражданах, которых они уже посетили. Если избиратели в тот момент, который они осуществляли обход, нету дома, они обязательно повторно вернутся и расскажут ему необходимую информацию. Поквартирный обход продлится до 25 февраля. По первому требованию сотрудники избиркома должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Ольга Садовская, Видное ТВ.